Блин, жалко, что я крепость не успела всю фотографировать, как хотела. Ну ладно. Мы, короче говоря, туда не вернемся. Мы идем вниз. Сейчас подадут наши кареты. И мы поедем дальше. Как же ж тут тихо, красиво. И как тут много всяких разных историй. Ой, ящерки! Твою ж мать, блин! Ящерки маленькие. Какие-то еще... А, кузнечики, я не знаю, их видно будет или нет. Почему? Ну красиво ж вот на этом вы. А в Крыму скифские. Так интересно, если я вот так обойду, там спуск есть вниз, чтобы не напрямую, а вокруг камушка обойти, снизу поснимать эту полку. Сейчас попробую. Когда урбанистические граждане из человейников рвутся в лоно природы. И горы, и лес маленький, и степь, пещера. А вот это, наверное, тот зеленый грот, куда мы дальше поедем. Наверное. Но это не точно. Ну, а нифига не вижу, что снимаю против солнца. Идем вот к этой иве. Идем. Длинный ролик получился.